городок, 45-я горбольница, котельная, которая нам передана из больницы. Была федеральная, эксплуатировалась силами больницы. Три котла, все три котла экспериментальной модели, сделаны в 74-м году котельная. Нам было передано уже с неработающими системами и текущими котлами. Заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаил Кратаев подробно рассказывает Андрею Иванову о ситуации с котельной в поселке Горбольница номер 45. Ее передали муниципалитету летом этого года в убитом состоянии. Старые котлы ремонтируют, но проблема с протечкой остается. У нас заказано и оплачено два котла. Один котел должны нам привезти 28 декабря. Пока будут новогодние праздники, один из трех котлов, самый заброшенный, разберем. Поставим туда новый. Поставим, запустим. Надеемся, что он позволит полностью заместить всю мощность котельной. А дальше уже в плановом режиме заменим второй котел. И третий уже по ситуации посмотрим. Либо новый купим, либо старый отремонтируем, если там еще есть что-то ремонтировать. Также здесь работает модульная котельная, но ее мощности на пределе. Глава округа Андрей Иванов пообщался с местными жителями и узнал, насколько комфортно сейчас в жилых помещениях, которые обслуживает котельная. Вы сейчас проверяете по квартирам, какая температура? По квартирам температура некомфортная, около 20-18 градусов. Но это в рамках Санпина, но жители, конечно, недовольны, но они знают ситуацию. Да, и увеличить мы ее сможем только когда поставим новый котел. Только когда котел. В этой мощности модульной котельной не хватает. Не хватает. Администрация округа контролирует данную ситуацию, и скоро в квартирах станет теплее. Нам с вами еще нужно пересчитать, тогда убрать тепло. Да, перерасчет мы будем делать. Уже я дал команду теплосети посчитать, они перерасчет сделают. Качество услуг мы не даем, поэтому обязательно брать проблемы. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».